Доброе утро. В Югре объявлена фотоохота. Это я раньше почему такой злой был? Потому что у меня фоторужья не было. А все подробности мы узнаем у начальника отдела формирования экологической культуры природнадзора Югры в нашей студии Мария Филиппова. Доброе утро. Доброе утро. Итак, ну как сказал знаменитейший герой про фоторужье, фотоохота объявлена. На кого охотимся-то? Ну, фотоохота – это название, конечно, более такое переносное, непрямое. И экологическая фотоохота, так, экологическая. Здесь это важно. Да, у нас в декабре проходил слет, открытый слет эко-волонтеров, в рамках которого на своих площадках ребята предложили провести экологическую фотоохоту. Она призвана привлечь внимание к редким видам, к тем, кто сейчас зимой нуждается в помощи. Вот. И, ну, так скажем, привлекает внимание к флоре и фауне. Вот. Поэтому мы решили, что предложение интересное, такого мы еще не проводили, и фотоохоту поддержали. Итак, необходимо, что будет предоставить? Это все-таки фотоматериал или какой-то видеоконтент? Потому что, ну, в любом случае, это же своего рода соревнование, и хочется, ну, где-то перещеголять других участников. Да. Объявлена она у нас в социальных сетях, в социальной сети ВКонтакте. Необходимо либо снимок, либо видеокадр предоставить. Ну, мы не просим какую-то полнометражную съемку, там не более 20 секунд, на которой изображены, так скажем, обитатели тайги нашей. Вот, ну вот уже очень много у нас работ направлено. Ну вот сейчас мы в данный момент как раз и видим работники, работы тех участников, которые уже направили. То есть там своеобразные, ну то есть нет каких-то рамок. То есть вот, пожалуйста, до этого была великолепная птичка. Тут вот, вот наконец-то практически пятница наступила и белочка пришла. То есть все нормально. Какие еще работы уже поступили, ну, на удивление всем? Ну вот вчера, готовясь к нашему эфиру, я еще раз прошла по хэштегу. Кстати, все могут ознакомиться с работами, так скажем, соперников. Вот. Более 300 работ нас поддержал Казахстан в этой инициативе. Так, то есть это не... Да, фотоохота... Окружная идея переросла в международную. Это открытый конкурс, поэтому заявиться может любой желающий. Самое важное, чтобы был хэштег «экологическая фотоохота», ну, чтобы мы могли найти работу. Вот, поддержал нас Казахстан, поддержала Тюмень, поддержала Самара. Вот, поэтому приглашаем, в принципе, всех без каких-либо ограничений. Что хотелось бы отметить, что важно. Раз акция волонтерская, предложили ее волонтеры, мы не поставили даже возрастных никаких ограничений, потому что волонтером может быть каждый. Это абсолютно так. Вот. И очень активен город Сургут. Похвалю. Детский... Садитесь пять. Да. Сургутяне. Детские сады города Сургута прислали уже очень много работ с ребятишками. Мама активна Сургута. Поэтому вот вчера прям приятно удивили. Ну, это отличная, кстати, идея. Вот всем педагогам даже дополнительного образования, независимо, пусть это будет и дошкольное учреждение, либо это школы, просто действительно вывести класс, вывести класс или какую-то детсадовскую группу и действительно поучаствовать в конкурсе, поснимать всех наших птиц, животных и поучаствовать в конкурсе. Но, конечно же, все меркантильные человечечки. Поэтому наверняка какое-то спасибо ответное от природнадзора наверняка тоже стоит ждать. Ну, конечно, будут и подарки, это будет сувенирная различная продукция с акцией «Спасти и сохранить», будут дипломы, мы предусмотрим награждение. Вот. Пока не могу объявить, какие будут номинации, потому что мы специально в положении не прописывали четкие номинации, решили, что вот когда жюри будет принимать решение, там уже определяться. Ну, здесь уже и поле для творчества, опять же, для всех участников. Простор. Можно подойти и креативно, и удивить всех членов жюри. Ну, потому что некоторые участники направили нам работы,
в них не запечатлены животные, но запечатлен добровольческий поступок. Угу. Например, развешиваю кормушки, либо в экоцентр сдаю на переработку вторсырье. Угу. И мы тоже понимаем, что это тоже имеет место быть, и конечно, это тоже помощь природе. Поэтому, конечно, мы все это оценим. Итак, ну, давай резюмируем. Давай резюмируем, до какого числа принимаются работы, куда их нужно отправлять. Ну, еще разочек напомню хэштег. До 20 февраля мы принимаем работы. Их нужно разместить на своей странице ВКонтакте с хэштегом «Экологическая фотоохота». Желательно быть подписанными на страницу природнадзора, чтобы мы могли зайти и посмотреть. Вот. И, конечно, чтобы страничка была открыта, иначе мы просто не сможем оценить творчество. Итак, юные фотоохотники, всех! Всех призываем выходить на фотоохоту. Давайте показывать не только мир Югры, но и России, да и всего мира для всех желающих. Тем более, если есть такие шикарные призы. Спасибо огромное. Все участвовать, дорогие друзья. Доброго утра. Желаем мы. С гостями прощаемся. С вами Живимся 2,5 фотоминут. Дождитесь.